Мы побывали в спортивном клубе «Авангард» в самом разгаре занятий. Здесь каждый найдет себе возможность укрепить здоровье, исправить недостатки фигуры, подкачать мускулатуру. В тренажерном зале установлены отличные тренажеры, которые позволяют развивать любую группу мышц. Усердно тренируется Юлия Игнатенко, которая стала абсолютной чемпионкой России по пауэрлифтингу в номинации «Становая тяга» на чемпионате страны, прошедшем в апреле в Краснодаре. Она занимается пауэрлифтингом не так давно, но уже добилась реальных успехов. Цель была, цель достигнута. Как бы без цели не было бы результата. Поэтому есть к чему стремиться. Я думаю, что в дальнейшем мы будем стремиться к мастеру спорта международного класса. Анатолий Мельник на Краснодарском чемпионате России по пауэрлифтингу и отдельным движениям стал чемпионом по народному жиму и выполнил норматив кандидата в мастера спорта в номинации «Становая тяга», но не намерен почивать на лаврах. Надо не останавливаться на достигнутом, продолжать дальше, тренироваться, потому что нет предела совершенству. Я очень благодарен Артему Шеховцову, своему тренеру, за то, что он дает такую мотивацию, волю к победе. Ну и все, как бы, вкладывает в нас, грубо говоря, сказать, душу. Вот. И благодарен очень хозяину этого прекрасного спортклуба «Авангард», потому что он старается, он делает, он сюда приятно приходить, здесь своя атмосфера. Достижения молодых спортсменов обусловлены не только их усердием и прекрасными условиями для занятий, но и работой квалифицированных тренеров. Мастер спорта международного класса, чемпион России, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Артем Шеховцов – отличный тренер. Он умеет подобрать ключик к каждому спортсмену. Самое главное – не останавливаться на достигнутом, вне зависимости от того, какие результаты они. Для каждого они свои, и для каждого своя победа. То, к чему идут, кому-то просто это нравится, кому-то хочется именно достичь в спорте каких-то результатов. Кто-то просто кайфует от этого. Успех спортсменов из «Авангарда» на чемпионате России впечатляет. 9 медалей, из них 6 золотых. Кроме уже перечисленных, завоевали медали Инга Борискина, Елена Свидерская и Александр Козлов. Удовольствие от тренировок в спортклубе получают все, кто здесь занимается. Площадь около 1000 квадратных метров, новейшие тренажеры, фитнес-залы готовятся к открытию кроссфит. И, конечно, есть здесь детская зона, хорошие душевые. Спортивный клуб «Авангард» работает больше года и уже сумел себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».